эфире служба новостей «Саров-24», в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вожатые года. Подведены итоги муниципального этапа конкурса педагогов-организаторов. Первый юбилей. Центр социальной помощи семье и детям отметил свое десятилетие. Зимний мяч. В нашем городе стартует первый новогодний кубок по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году в финал городского этапа конкурса профессионального мастерства «Вожатые года» вошли две конкурсантки. За звание лучшего организатора детского общественного движения боролись вожатые 13-й и 16-й школы. О том, кто стал победителем и будет представлять наш город на региональном этапе, расскажем в следующем репортаже. Лариса Павлова, старшая вожатая 13-й школы, на своей должности всего полтора года. За это время она смогла не только сплотить вокруг себя ребят, но и наработать практический опыт для участия в муниципальном этапе конкурса «Вожатые года 2018». Вот не так давно мы рассказывали о великих людях нашего города, чьими именами была названа улица. Это вот последняя наша акция была. Также мы поздравляем ветеранов. А еще творческие конкурсы, благотворительные акции и экологические десанты на улицах Сарова. Обо всем этом Лариса Павлова рассказала жюри во время презентации своей методической работы. И результат не заставил себя ждать. Первое место и звание победителя городского этапа конкурса «Вожатые года 2018» достались именно ей. Мы презентовали новую программу, методическую разработку, которая основывалась на современных трендах, современных методиках. И вот сегодня мы немножечко об этом рассказали. Подобные конкурсы, по мнению организаторов, не просто возможность для старших вожатых города поделиться своим опытом. Это полноценный конкурс профессионального мастерства. И главный результат, которого достигают лучшие из лучших – успехи детей, ради которых и ведется кропотливая и сложная работа. Сказать ребенку о том, что ты нужен этому обществу – это архиважно. Победа на муниципальном этапе для Ларисы Павловой – еще одна ступень в профессиональной карьере. Совсем скоро ей предстоит доказать важность своей работы уже на областном уровне в Нижнем Новгороде. Социальная, педагогическая, юридическая и психологическая помощь для всех, кто испытывает временные трудности. Свой первый юбилей отметил Центр социальной помощи семье и детям. На протяжении 10 лет педагоги и воспитатели теплого дома помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Торжественная церемония по случаю юбилея прошла в детской школе искусств. Двери теплого дома открыты с 2008 года. У истоков создания Центра социальной помощи семье и детям стояли и депутаты городской думы, и общественные деятели. Все они видели необходимость появления в Сарове места помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Первым директором теплого дома был Иван Ситников. Мы тогда стали осваивать это здание, пустующее здание, которое находилось в достаточно неприглядном виде, скажем так, корректно. И где-то, наверное, около года потребовалось нам на то, чтобы выбить деньги из областного бюджета на его капитальный ремонт. За годы работы педагоги помогли справиться с временными трудностями и преодолеть сложные жизненные ситуации многим семьям нашего города. 5 лет назад теплый дом возглавила Марина Колоскова. Она до сих пор с теплотой вспоминает то время, когда ей впервые пришлось переступить порог Центра социальной помощи семье и детям. Меня действительно коллектив, принял с теплотой, с пониманием, где-то с осторожностью. Но команда была нацелена на результат, команда добрая, то есть предыдущий директор постарался, подбирая кадры, поэтому за это ему большое спасибо. Поздравить педагогический коллектив с юбилеем пришли представители городской думы и администрации. Они наградили сотрудников и бывших работников теплого дома памятными дипломами и благодарственными письмами. 10 лет, круглая цифра, с одной стороны большая, с другой стороны, это значительное, и выразить такие слова наши теплые благодарности, поддержки всем сотрудникам теплого дома. Ярким продолжением юбилейного вечера стали вокальные и танцевальные номера, которые приготовили для всех гостей воспитанники теплого дома и детской школы искусств. На время новогодних и рождественских праздников в Нижегородской области вводится особый противопожарный режим, который будет действовать с 20 декабря по 10 января. В этот период на объектах и в помещениях с массовым пребыванием людей нельзя использовать открытый огонь и фейерверки. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
В администрации прошло итоговое заседание комиссии по рассмотрению заявок на представление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Деньги выделит Федерация футбола Сарова на проведение турнира по мини-футболу среди воспитанников детских садов. Объединение «Молодежь Сарова» получит грант на проведение патриотической акции «Мы помним, мы гордимся». На 100 тысяч рублей пополнится экспозиция музея военно-морской славы в библиотеке имени Маяковского. Такую же сумму получит организация «Воин» на создание Саровского поискового отряда «Рубеж». Специалист Департамента по делам молодежи и спорта Елена Севцова стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства. Она представила жюри взгляд на стратегию развития молодежной политики в нашем городе, прошла ряд тестов и показала умение решать профессиональные кейсы. Благодаря этой победе Елена Севцова будет представлять Нижегородскую область на федеральном этапе конкурса в Москве в следующем году. 21 декабря должны были пройти аукционы по продаже магазина «Звездный» и акции «Дома книги». К участию в аукционе по продаже магазина «Звездный» допустили только одного участника, а желающих купить акции книжного магазина не было совсем. Торги признаны несостоявшимися. В следующий раз продать муниципальное имущество попробуют в 2019 году. В этом году в Сарове и на территории Нижегородской области повысилась заболеваемость воспалением легких. Пневмония коварна тем, что в начале болезни очень трудно диагностировать. Ее симптомы схожи с острыми респираторными и вирусными инфекциями. Актуальность этой проблемы сохраняется, несмотря на внедрение новых лекарственных препаратов. Чем опасна эта инфекция и как ее лечить, выясняла наша съемочная группа. Забыли помыть руки, потерли нос, и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление легких, попадают на слизистые носа и горло. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в легкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребенка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмония, она начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни. Стафилококковое пневмония, пневмококковое, сразу с высокой температурой, с кашлем, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребенка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в тимпаническом звуке и аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же, нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Сохранить и запечатлеть в веках простые человеческие истории, жизни и судьбы людей, ковавших ядерный щит страны. В Москве подвели итоги федерального этапа конкурса «Слава Созидателям». Из нашего города до финала дошли 9 работ. Трое учеников из 11 школы, 20 и 15 лицея стали призерами конкурса. Одним из призеров федерального этапа проекта стал восьмиклассник лицея номер 15 Кирилл Дергунов. Он участвует в «Славе Созидателям» не в первый раз. В 2016 году Кирилл снял ролик о своем дедушке Валентине Смеркалове и занял первое место. На этот раз юноша рассказал о научном сотруднике в НИЭФ Алексее Подурце. Это достаточно известный человек нашего города, краевед. Он мне мог рассказать очень много интересного о нашем городе, то, о чем я не знал, поэтому я выбрал именно его. Во время съемок Кирилл узнал интересные факты об истории нашего города. Например, для него было открытием, что раньше в здании дома учителя располагалась школа. А первое место жюри присудило воспитаннице Дворца детского творчества Софии Комковой. Героем ее ролика стал педагог ДДТ, руководитель объединения судомоделистов Юрий Недайкаш. В работе мне помогал мой педагог Татьяна Борисовна Исаева и человек, который ходит со мной на кружок вместе, Кирилл Новикевич. Мне кажется, что этот конкурс помогает вспомнить свое прошлое, не забывать о нем. В будущем София мечтает стать корреспондентом. Помимо ДДТ, она посещает студию журналистики в молодежном центре. Съемки ролика для конкурса «Слава Созидателям» стали для нее бесценным опытом, который пригодится ей в дальнейшем творческом пути.
Поздравить друзей и близких с Новым годом так, чтобы увидел весь город. Канал 16 дарит вам такую возможность. В торговом центре «Атом» два раза в неделю дежурит наша съемочная группа. Чтобы передать привет своим знакомым, нужно всего лишь подойти к оператору и сказать в камеру все, что вы думаете. Проект «Хочу сказать» выйдет в эфир в новогодние каникулы. Перед Новым годом телекомпания «Канал 16» запускает новый проект, который называется «Хочу сказать», участниками которого станете именно вы. Хотите поздравить друзей и родных с Новым годом, пожелать счастья и удачи всему городу? Вам есть что сказать тем, кто вас услышит? Тогда вам сюда. Съемочная площадка «Канала 16» работает в торговом центре «Атом» каждый понедельник с 6 вечера и каждую пятницу с 11 утра. Вам есть что сказать? Тогда отправляйтесь к нам, и вас услышит весь город. Зима – не повод отказаться от любимого вида спорта. Впервые в нашем городе стартует открытый новогодний чемпионат города по футболу «Зимний мяч-2018». В преддверии праздников городская федерация футболу приглашает всех желающих стать участниками или поддержать на трибунах любимые команды. Подробности далее. Уже в эти выходные в нашем городе стартует турнир «Зимний мяч-2018», на котором встретится сразу несколько любительских команд. В течение двух месяцев спортсмены будут бороться за главный приз соревнований. Зимний мяч может играться и зимой. Поле, в принципе, почищено, зеленое, почти как летом, но только со снежком. Собираемся мы его здесь проводить. Формат такой же, как и летом, 11 на 11. 11 в поле, то есть 3 судьи, медик на игре. В этом году на поле встретятся 8 команд. Им предстоит сыграть друг с другом по 5 матчей и побороться за призовые места. Как отметил председатель Федерации футбола города Сарова Анатолий Куликов, в этом сезоне сократится время игровых отрезков и длительность самого чемпионата. Команды будут играть таймы по 35 минут. Еще один нюанс зимнего футбола, что люди, которые будут у нас выходить на замену, чтобы они не мерзли, не стояли, у нас будут разрешены обратные замены. То есть 5 минут поиграл, 10 отдохнул, 15 поиграл. Ну, то есть чтобы как бы все люди в тепле находились и в движении. Следить за расписаниями игр турнира можно будет в официальной группе ВКонтакте «Все о футболе в Сарове». Первая игра на запасном поле стадиона ИКАР пройдет 22 декабря в 11:00. Вход свободный. Зима в самом разгаре. Самое время покупать новую шубу. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность приобрести шубку из качественного меха с ощутимыми скидками. Классическая норка и демократичный мутон, теплый енот и стильный кролик Рекс. Более 1000 изделий из натурального меха представлены в Ледовом дворце на ярмарке «Зимняя сказка». В этот раз для вашего города у нас специальное предложение. То есть вот такую норку. Курточку можно приобрести по цене всего лишь за 27 тысяч рублей. Данную курточку из мутона по смешной цене 7 тысяч рублей. Также на нашей выставке действуют и старые акционные предложения. Курточку из кожи можно приобрести по цене 4 тысячи рублей. И вот такую курочку из холофайбера по цене за 1000 рублей. Натуральная шуба согреет вас в самые лютые холода. А ассортимент моделей на выставке «Зимняя сказка» позволит вам выбрать изделие по душе. Цены на мутоновые шубки здесь начинаются всего от 7000 рублей. Это самый доступный мех, но при этом стильный и ноский. Современные технологии выделки позволяют шить модели, которые отвечают всем модным тенденциям. Необычный крой, различные расцветки, отделки рукавов и карманов удачно выделяют шубы от «Зимней сказки». Норковые шубы – это уже не просто пальто на зиму. Это удачное вложение средств. Прослужит такая шубка вам долгие годы и при этом никогда не выйдет из моды, потому что изделия из норки – это вечная классика. Шубы из чернобурки и енота для тех, кто любит очень теплые изделия. Модели автоледи для тех, кто передвигается на автомобиле и мечтает о короткой шубке. А еще шубы-трансформеры. Покупая одно изделие, вы получаете сразу три. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из ококожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке представлен как наличный, так и безналичный расчет. Есть кредит на выгодных условиях. Для удобства покупателей на нашей выставке присутствует наша внутренняя рассрочка фирмы. И за наличный расчет, в зависимости от модельки, мы делаем скидочки до 50%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце с 20 по 23 декабря с 10 до 19 часов.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.